Проект «Театральная карта Урала» реализуется инновационным культурным центром уже 4 года. Этот год, 2022, будет пятым. Для нас очень важно, чтобы жители города Первоуральска имели возможность доступа к театральному искусству. Поэтому мы стараемся привозить сюда самые лучшие спектакли лучших театров нашего региона и не только. Вовлечение жителей в мир театрального искусства – это же всегда очень полезно, приятно и поучительно, я бы даже сказал. Наконец-то, после всех-всех наших приключений, мы добрались сюда с Центром современной драматургии, чему, конечно, очень рады, потому что этот спектакль у нас состоялась премьера год назад, Сережа очень тупой, и мы очень хотели его вывести, скажем так, за пределы города, и, собственно, благодаря проекту «Театральная карта Урала» это случилось. И очень круто, что мы приехали сюда, потому что все-таки здесь не совсем стандартная площадка для театральных спектаклей, и это будет некое такое, в хорошем смысле, испытание. Потому что у нас уже своя публика, они к нам привыкли, они нас любят. Или города, в которые мы часто ездим, там Челябинск, Тюмень, Москва, там тоже нас знают, есть сформированный такой пласт нашего зрителя. Здесь мы первый раз что-либо показываем, и это очень важно.